Учащихся много, а места мало. Но скоро все изменится. Пристройка к Немчиновскому лицею на 950 мест уже строится. Сейчас идет гидроизоляция фундамента и монолитные работы. Основное здание также приведут в порядок. Облицуют фасады и кровлю. Корпуса соединят переходом. Готовность объекта 20%. Всех сотрудников мы отсюда выводим на все 3 месяца. Но с 1 сентября мы опять заходим. С 25 августа мы сюда заходим. В новом корпусе разместят 48 классов, в том числе 10 специализированных – физики, химии, информатики, инженерии. Оборудуют мастерские по обработке древесины и металла. В июле следующего года все строительные работы будут завершены. И уже 1 сентября торжественно откроется обновленный образовательный комплекс. Перемены затронут и здравоохранение. В ЖК «Инновация» появятся сразу 2 поликлиники – взрослая и детская. Они рассчитаны на прием 62 пациентов в смену. Медицинские учреждения расположены на первых этажах 2 соседних корпусов новостроек. На детской поликлинике сейчас задействовано порядка 40 человек, на взрослой – порядка 30 человек. Во взрослой поликлинике делают систему вентиляции, монтируют инженерные сети и приступают к отделке. Оборудование для профильных специалистов уже закуплено. Открыть поликлиники для пациентов планируют в начале мая. Карина Гиряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».